Обсуждайте себя, своих священников, что отец Паркев, святой отец Паркев, как только закончилась война, убежал из Арцаха. Отец Паркев, разве вы не святой отец Арцаха? Куда ты убежал из Арцаха? Вот вы сами задумайтесь, отец Паркев сбежал из Арцаха, бросил арцахцев и сбежал. А почему отец Паркев, когда Шуши в 92-м году взяли, отец Паркев принимал решение, кому дать шушинские квартиры? Да кто ты такой? Как ты можешь, святой отец, залезать в азербайджанские квартиры и их раздавать направо-налево? Кто ты такой? Как ты можешь, если ты святой отец, азербайджанские квартиры раздавать по своему велению? Этому двухкомнатная квартира, этому трехкомнатная квартира. Разве святой отец может трогать квартиры, где смеялись азербайджанские дети? Где рожала женщина своего ребенка? Почему ты этим занимался?